Я всегда призываю винить во всем себя, потому что когда ты винишь правительство, президента, соседа, конкурента, у тебя нет смысла самому меняться, потому что зачем тебе меняться, если ты идеальный, а они дураки? А когда ты говоришь, я сам во всем виноват, что оказался в этой ситуации, у тебя возникает следующий вопрос, что я должен сделать, чтобы не попасть второй раз в такую ситуацию?